Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня первая в этом году у меня распаковочка. Пришла посылка от Faberlic, которую я уже заказала в этом году по новому каталогу. Но сначала быстренько о тех средствах, которые были в прошлый раз в распаковке. Значит, вот такое средство, быстросохнущее верхнее покрытие. Превосходно сушит лак на Новый год. Вообще попробовала. Ну, крашу ногти я не часто. Когда крашу, вот эта штучка очень здорово помогает высушить лак. Так, это укрепляющее средство по уходу за ногтями. Очень понравилось. Даже сейчас у меня на ногтях действительно помогает ногтям оставаться целыми. Так, для рук, крем для рук, пион и лилия. Очень приятный аромат. Здорово впитывается, нет нареканий, как уходовое средство. Ну, собственно, никаких проблем у меня не было с кожей, ни сухая, ничего такого, потому что я пользуюсь всегда кремами. Хороший, рекомендую. Так, и очень удачный заказ вообще получился. Вот такой вот Гардерика, крем ультрапитания, клеточный ночной крем. Во-первых, девочки, очень приятный запах. Во-вторых, ложится превосходно, увлажняет, не оставляет, знаете, как бывает, скатывается, да, вот крем, ничего подобного. У меня такие нарекания были к крему L'Oréal Lifting XXL, по-моему, вот он прям остается на коже пленкой. Это нет, он впитывается, не закупоривает поры, шикарный. Если у кого-то сухая кожа, рекомендую, здорово работает. Так, ну это Beauty Cafe, приятный аромат, суперский, уже говорила. Мужской шампунь и гель для душа с кислородным комплексом. Ну вот видите сами, ребята активно пользуются. Нравится, пенится шикарно, смывается с волос, все вообще, нет нареканий. И опять же, уже я пользуюсь шампунь для жирных нормальных волос с экстрактом клюквы кудесницы. Здесь присутствует ментол, шикарно работает, приятный охлаждающий эффект. В общем, рекомендую, смывается замечательно, так же, как и бальзам-кондиционер, без остатка смывается, работает, волосы расчесываются. Буду пользоваться, потому что и цена, да, 69 рублей, что ли, за флакончик, вообще ни о чем, сейчас таких цен нет. Это все про прошлый заказик, начинаем с нового. Вот такие я себе заказала, теплые колготки с хлопком, артикул 80-790. Колготочки серые, меланж. Ну, поносим, посмотрим. Ну, в общем, на зиму я считаю, что очень здоровски. Я взяла себе крем-гель для душа. Значит, серии оранжереи, ирис и папоротник. Очень приятно пахнет. Пока ничего больше не скажу. Из этой же серии оранжереи. То же самое, ирис и папоротник, молочко для тела. Он должен быть зафольгирован. Да, так и есть. Все прекрасно. Угу. Взяла себе очередной ночной крем. Кислородное питание. Чем славится, собственно, Faberlic? Кислородом. Кислородная косметика. Ночной крем питания. Богатая текстура крема в течение всей ночи насыщает кожу необходимыми питательными элементами, увлажняет, возвращает коже упругость и эластичность. Обогащен активным комплексом, который восстанавливает липидный слой, активизирует ее защитные функции. Роскошный ночной крем снижает последствия дневного стресса, дополняет и усиливает действие дневного. Дневной пока я такой себе не брала, у меня еще есть дневные клиники. А вот ночной я хочу попробовать чередовать с Гардерикой. Вот такой вот Airstream, кислородное питание. Роскошное восстановление. Так, это у меня маска для ног. Она запечатана. Интенсивное увлажнение, алоэ вера. Несмотря на то, что это маска, ее смывать не нужно, немножечко наносите,
она впитывается. Вот. Это мне дали за баллы. Ну, точнее, я выбрала себе подарок за баллы. Так, еще одно очередное средство для, боже мой, для укрепления ногтей. Это гель для укрепления ногтей с Монардой. Ну вот, первое, да, единственное средство, которым я, наверное, останусь недовольна. Посмотрите, что в нем, какие-то хлопья, боже. Я не думаю, что оно должно так выглядеть натурально. Легко открылось. Ну, да, какая-то прям странная консистенция. Не знаю, буду ли я вообще им пользоваться. Попробую, конечно. Ну, по-моему, это брак очевидный. Вот с такими хлопьями средства. Ладно. Так, вот такие мыло я себе приобрела. Давно хотела. Шуршащие. Так, это праздник Дивали, оранжевая Мехико и персидские мотивы. Так, еще взяла на пробу дезодорант. Бух, посмотрела, сейчас увидела, 48 часов защиты. Антиперспирант. Фаберлик, весенний букет. Нет спирта. Очень приятненько пахнет, но слабо. Что, собственно, я от него люблю, когда мало пахнет дезодорант. Попробуем. И это все на сегодня. Да, вот такой вот новый каталог выходит. А, второй каталог от Faberlic на следующий период. До 11 февраля. Все, на сегодня это все. Спасибо, что посмотрели видео. Все артикулы вам подписала. Расскажу, как будут вести себя мои покупочки в следующей распаковке. Всего хорошего, еще увидимся. Пока!